Вітаю всіх глядачів в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Про пріоритети парламентської роботи говоримо із гостею. Вітайте, це народний депутат України Наталія Королевська. Наталія Юріївна, я вас вітаю. Добрий день. Отже, розпочалась робота парламенту у новому 18-му році, і першим питанням порядку денного став так званий закон про деокупацію. Неодноразово ваша фракція заявляла про те, що підтримувати таку ініціативу не буде. Поясніть, будь ласка, чому? Прошли новогодние праздники. Я абсолютно уверена, что большинство граждан нашей страны под новогоднюю елочку загадывали одно желание. Как можно быстрее, чтобы вернулся мир в нашу страну. Чтобы как можно быстрее мы восстановили экономику, дали какую-то надежду в завтрашний день людям. И каждый из нас, конечно, всегда надеется все-таки на чудо. Мне кажется, ну вот, а вдруг, да, вдруг какое-то вот там прозрение, здравый смысл придет к нашим парламентариям, придет к нашему правительству. И вот они в эти дни, такие светлые дни, там в Рождество, в канун Крещения, подумают о том, что, ну, пора бы уже перейти от войны к миру. Пора сделать все, что в наших силах, в силах украинского парламента, украинского правительства, чтобы вернуть, приблизить, начать мирный дипломатический путь восстановления страны. Ну, вы знаете, это, наверное, рок такой вот над этим парламентом, парламентом войны, правительством войны, что вот первый закон в новом году, который они начали рассматривать, это закон о войне. Закон, который еще больше сегодня усилит конфликт, усилит раскол на Востоке, и который, к сожалению, совершенно не дает ответ на самый главный вопрос, который сегодня есть. Когда придет мир в украинскую землю? Пані Наталія, але те, що ви говорите, прямо протирічить як назві законопроекту, так і тим ідеям, які вкладають в нього ті, хто ініціює цей законопроект. Я не перший день в політиці. І названня законопроекту може бути самим красивим і самим правильним. Но, как говорится, сколько ни кричи халва, во рту слаще от этого не станет. И вот как ни назови данный законопроект, который противоречит всем международным договоренностям, по поводу которого четко высказался Офис Организации Объединенных Наций, ряд международных институций. Вчера было очень понятное заявление Офиса омбудсмена по правам человека Валерии Лутковской. И все экспертное сообщество, международное сообщество четко заявляют, что данный законопроект, к сожалению, не является ключом к миру. Данный законопроект, он еще больше ухудшит переговорную позицию Украины в мировом сообществе. Данный законопроект противоречит и Минскому, и Нормандскому формату. И кроме как политического заявления и очередного дележа полномочий и очередного заработка отдельным представителям, этот проект ничего не даст. А если говорить про долю и проблемы пересечных украинцев, в первую очередь тех, кто проживает на неконтролированной территории, а также багатьох, кто став вымушенным переселенцем, цей законопроект, він зачіпає их интересы? К сожалению, в данном проекте нет ни одного слова о людях, которые, мирных людях, пострадавших на этой войне, нет ни слова переселенца. И нет ни одного вообще желания, предложения о том, как социально сегодня урегулировать вопрос. Потому что, ну вот, я в канун Нового года и вот уже послезавтрашнего дня, мы вот все эти дни вместе с представителями организации «Женщины за мир» провели там на Востоке. Маринка, Красногоровка, Попасная. Вот мы поехали детям, которые пострадали, детям, которые живут там каждый день. В основном это дети, ровесники этой войны, потому что по 3-4 годика там, в детские садики. И мы везли подарки, которые собирали женщины со всей страны. Передавали подарки детям, которые проживают на неконтролируемой территории. Потому что для нас, для женщин, все дети, все дети Украины. И где бы они сегодня ни жили, они имеют сегодня право
а наш долг и обязанность сделать все, чтобы хотя бы проявить то необходимое внимание и показать, что да, для нас очень важно, чтобы сегодня о них не забыли, что они помнят и что они нам очень нужны. И знаете, вот эти детские глаза детей, которые десятки миллионы раз лучше знают, что такое война, чем представители парламента, рассуждающие здесь о войне и мире, то люди просят одного, да, вы нас не бросайте, не забывайте, и хоть немножечко, да, но напомните, что мы есть и что мы живы. И что сегодня нужно? Нужно, чтобы там хотя бы был какой-то представитель медицины, да, чтобы работали детский садик, работала школа, были врачи, была социальная служба, чтобы эти выплаты, эта позорная верификация, когда людей заставляют сутками стоять в очередях на КПП, проходить эти унизительные процедуры, чтобы это все решилось каким-то нормальным человеческим путем. Это в состоянии сделать украинский парламент? Да, в состоянии. Вместе с Комитетом социальной политики, вместе с оппозиционным блоком мы подготовили соответствующие законопроекты. Мы прописали наше мирное предложение. Вот оппозиционный блок написал, что мы сегодня видим в первую очередь. Да? Это, конечно, нужно в формате Минском, нормандском формате сделать все, чтобы пришли миротворцы ООН вдоль линии разграничения, чтобы там перестали стрелять. Мы сегодня должны сделать все, чтобы люди, которые проживают на неконтролируемой территории, да, могли спокойно получить свою пенсию, потому что это их майно, по большому счету, это то, что они заработали. Чтобы мирные люди, которые живут на линии, прямо на линии фронта, да, чтобы они получили статус, получили социальную поддержку со стороны государства. Чтобы те, кто покинули неконтролируемую территорию, переехали сегодня в мирную Украину. Чтобы здесь они себя чувствовали полноценными гражданами. Они вынуждены были бегать постоянно со справкой для того, чтобы хотя бы получить минимальную помощь и какую-то поддержку. И вы знаете, это все в состоянии сделать украинский парламент. Это все сегодня в состоянии решить коалиция вместе с народными депутатами. И для этого нам не нужен больше никто. Мы в состоянии защитить хотя бы в том мінімумі необхідним тих людей, які сьогодні страждають в результаті цієї війни. Пані Наталія, по цьому закону позиція зрозуміла, тобто проблема вона першочергова, але рішення приймаються не ці, на вашу думку. Є ще одна проблема, вона стосується пенсій для особливої категорії, це військові або колишні працівники силових відомств. Знаємо, що цього тижня відбудеться круглий стіл, на якому будуть обговорюватися, зокрема, ці проблеми. Що за правова колізія виникла навколо цього? Знаєте, мені стыдно. Я встречалась с профсоюзами, с ветеранскими организациями военнослужащих, бывших сотрудников Министерства внутренних дел. Вы знаете, вот странно, да, вот сегодня страна в состоянии войны. Да? Сегодня роль военных очень важна. И вот в прошлом году постоянно принимались какие-то законы о социальной поддержке военных, которые прошли службу в зоне АТО. К сожалению, большинство этих решений также и не выполняется. То есть им обещали землю, и жилье, и выплаты, и лечение, и оздоровление, психологическую реабилитацию. Но в большинстве своем эти люди ничего не получили и вынуждены сегодня на папере, также так, ходить да, и отстаивать свои права. И самое обидное, да, что те, кто ушли на пенсию 20, 30, 10 лет назад, те, кто отдали всю свою жизнь, отдали свое здоровье служению своей родине, выполняя государственный долг, выполняя приказы, защищая тех, кто служил в Чернобыле, тех, кто были в Афгане, ветераны Великой Отечественной войны. Вот сегодня правительство, вот оно просто кинуло всех. Но так не бывает. Если вы обманываете вот таким наглым и циничным образом ветеранов, которые вчера защитили родину, пенсионеров, которые отдали свою жизнь служению Родине, и вы цинично им сегодня лжете, то почему вы считаете, что сегодня те, кто служат, поверят и действительно будут уверены в том, что завтра вы их не обманете точно так же? Вот в чем нонсенс? В апреле месяце, в августе месяце они принимают 704-е постановление, в котором они принимают решение о том, что с 1 января 2018 года военным пересчитают оклады и тем самым повысят пенсии. Повысят пенсии почти в два раза.
Они это заслужили, потому что им последние там 7 лет пенсию не повышали, не пересматривали. Люди надеются. Это около 500 тысяч человек, плюс около 200 тысяч бывших работников внутренних дел. И при этом 27 декабря, ну вот знаете, как новогодний подарок под елочку, правительство отменяет это свое решение и говорит, что мы вам будем пересчитывать только через год, с 1 января 2019 года. Якась аргументация лунала? Без никаких аргументов. При этом они приняли эту позорную пенсионную реформу, которую обманули большинство пенсионеров в нашей стране. И в той же пенсионной реформе они приняли решение, что с 1 января они примут новый закон о военных пенсионерах. Но они даже этот закон не разработали, ничего не сделали. В этом контексте, какие действия вы планируете? Знаем, что готовится постанова. Мы сегодня подготовили постановление. Я благодарна депутатов почти всех фракций. Они присоединились к этому постановлению, где мы требуем от правительства выполнения 704-го постановления о перерасчете пенсии для военнослужащих с 1 января 2018 года, чтобы не было никаких этих манипуляций. Это первое. И это постановление завтра будет зарегистрировано. Завтра мы проведем такой совещательный круглый стол. Следующее, мы готовим обращение в суд на то, что они не выполнили в срок постановления, которое обещали пересчитать пенсию. И, конечно, мы подготовим альтернативный законопроект вместе с представителями общественных и профсоюзных организаций военнослужащих и бывших сотрудников внутренних дел для того, чтобы в парламенте этот вопрос не позволить манипулировать правительству. Потому что по нашей инсайдерской информации они хотят просто, знаете, всех военнослужащих подвести под общую гребенку. И так как они обманули пенсионеров всех, точно так же и обманут сегодня и военнослужащих. Тем самым не поднимаем пенсию, заморозив пенсию и простив все их заслуги. Вообще, конечно, кощунственная совершенно ситуация, когда, знаете, вот над ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, ветеранами Афгана, ветеранами-интернационалистами, ветеранами Чернобыля и сегодня еще и всеми военнослужащими, вот ставит правительство Гройсмана вот такие совершенно нечеловеческие эксперименты. Вот эти люди, они заслужили и заработали и свою пенсию, и внимание, и уважение со стороны государства. Это наш долг сегодня сделать все, чтобы поддержать и защитить этих людей, независимо от политических взглядов. Пані Наталія, ну і на завершення хотілося б почути від вас оцінку ще однієї заяви. В першу чергу, як екс-міністра соціальної політики, от нинішній міністр пан Рева заявляє, що в Україні спостерігається тенденція до зниження рівня бідності. Як ви оцінюєте цю заяву? Чи є реальні передумови так говорити? І як взагалі оцінюєте ситуацію? Вот, знаете, я вижу, конечно, прям по внешнему виду нашего правительства, они становятся все, знаете, так добротнее, все так представительнее, костюмы у них все лучше и лучше появляются, что у них бедность в правительстве преодолена. И они живут вот в своей какой-то стране, где нет кори, где нет инфекций, где все они вакцинированы лучшими вакцинами мира. И вообще не знаю, чем их там еще привили. Потому что вот такой лжи, вот такого притворства, которое мы слышим от них, я не могу сказать, что у нас раньше были какие-то супер хорошие правительства, но вот такого цинизма, когда издеваются над ветеранами, инвалидами и бывшими военнослужащими, когда цинично сегодня делают все, чтобы как можно меньше рождалось детей в нашей стране, и как можно быстрее люди умирали, не получая медицинской помощи, а молодежь не получала качественного образования, вот как это правительство вытворяет, такого не было. Это не мое мнение, это мнение экспертов. И это в первую очередь мнение людей. Поэтому цинизм этой заявы заключается в том, что страна стала первой по уровню бедности в Европе. И такими темпами так мы уже перегнали все самые беднейшие страны Африки. Потому что их обещанное повышение пенсии превратилось просто в обман сегодня людей. А зато все уже увидели рост цен, девальвацию гривны, рост курса, и что за собой опять же повлечет дальнейший рост цен на тарифы и рост цен на продукты питания. Поэтому у нас очень четкая позиция. Либо мы от этого правительства видим программу действий,
а я сомневаюсь, что они ее в состоянии, в принципе, подготовить, потому что они в неадеквате находятся. Либо наша задача сделать все, чтобы они как можно быстрее ушли в отставку, потому что толку от них не будет никакого, и, конечно, уходить на перевыборы. И чем раньше это произойдет в нашей стране, тем, я абсолютно уверена, будет только лучше. Потому что в таком состоянии непрофессионализма и неадекватности, в котором сегодня находится власть, страна прийти к миру, благополучию. А, конечно, в новом году нам всем хочется, чтобы как можно скорее вот все плохое ушло, и с этим вместе плохим ушло и правительство, ушел и парламент, и чтобы сформировать нормальное профессиональное и правительство, и парламент, чтобы страна вышла к нормальному, стабильному развитию и восстановлению. Дякую, к миру. Дякую за те, що знайшли все ж таки позитивну крапку. Дякую вам за цей ефір. Наталія Королевська, народний депутат України, була гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.